жарковато. Погода. Сейчас наловим. Бабки рыбы. Сейчас для резкости. Побахнем. О, давай, рыбка, ловись, большая, маленькая. Ни хвоста, ни чешуи. Хорошо. Вот, ну сейчас попрет у нас рыбка. Не клюет, сейчас мы еще резкость наладим. Сейчас пойдет. За карася. Блин, что-то не канает. О, блин. Старый пень. Его ловить не умеет. И закуски не взял с собой. Рыбалку. Тащил, блядь, а тут тиратан. Че за хуйня такая? Че вообще происходит? Даже кошкам жалко отдать. Плыви, малек. Никанорыч. Блядь, ты еще кто такая? Гарлсалка. И ты выпустил мою сестричку. Я готов исполнить твои три желания. Три желания? Какие нахуй три желания? Ты о чем? Не ругайся, блядь. Я русалку в сказке. Ты разве не читал в детстве сказки? Читал. Вот я и сказки. Я готов сделать три желания твои, какие ты хочешь. Выбирай. Ну, это самое. У меня водка закончилась. Выпить хочу. Да, Никанорыч, я сейчас исполню твое желание. Вот, Никанорыч, твое первое желание. Нихуя себе. Это где я, в сказке, что ли? Надо выпить тогда. Ну что, Никанорыч, какое будет твое второе желание? Ну давай закусить тогда и раз выпить. Хочу еду. Сейчас все будет. Иди на берегу, все есть. Я все приготовил для тебя. Я здесь стол. Вот это другое дело. Сейчас еще надо выпить тогда. Ну что ты, золотая рыбка? Что будет дальше-то? Ты снова пришел, Никанорыч. Давай, не торми. Какое твое требительное желание будет? Ну ты знаешь. Я слышал, такой есть эротический массаж. Как насчет его? Никанорыч, закрой глаза, сейчас все будет. И я поплыла. Пока-пока, Никанорыч. Хорошо. О, да. Да, хорошо. О, как хорошо.
что здесь? Ты чё? Да. Никонорыч, те двое суток ищут, ты где пропадал-то? Кто это? Ты Филиппыч, что ли? А кто? Ёпта. Братан. Ты где был-то? Везде. В сказке? Ёпта. Какой-то. А где хочет? Друзья, всем привет. Подписчики и гости канала, кто первый раз на видео. Сегодня сняли такое видео интересное. Кто любит заниматься рыбалкой и не только, отдыхать, старайтесь не злоупотреблять алкоголем на природе, потому что могут привести разные последствия, особенно в жаркую погоду, либо в холодную погоду. Всегда контролируйте друг друга, старайтесь это делать, потому что все это аукнется вам в плохом свете. И будьте осторожны со своими желаниями тоже после этого. Данное видео было снято, чтобы были готовы ко всему и наглядным примером, что может случиться с каким-нибудь из ваших друзей. Всем удачи, добра. С вами был Димас, оператор Антон. Вся наша банда сегодня участвовала в съемках. Все, берегите себя, всем здоровья. Увидимся на канале. Пока-пока.